Областной военно-патриотический праздник «Открытое небо» перенесли на воскресенье 11 августа. Оргкомитет принял такое решение в связи с погодными условиями. Летные концертные программы праздника на аэродроме «Северный» остаются без изменений. Открытие запланировано на 13:00, а сразу после начнется выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русь». Выступление Найка Борзова ориентировочно начнется в 15:00. Напомним, что в этот день на аэродром «Северный» будет организован дополнительный общественный транспорт. Движение по ряду улиц будет ограничено с 7 утра и до 6 вечера. Перекрытие будет движение по Нормандии-Неман от улицы Низовой до самого конца, до аэродрома. И по улице Люлина от Фрунзе до Нормандии-Неман. Ограничение движения будет по улице Носова до 8-го вокзального переулка. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Те маршруты, которые ходят в Пустошбор и по улице Фрунзе, то есть они беспрепятственно будут проезжать. Также будет организовано дополнительно 80 автобусов для доставки всех гостей праздника с 4 мест уже традиционных. Это торговый центр «Ясень» на проспекте Строителей, площадь Победы у торгового центра «Полет», бульвар Кокуй и на улице Карла Маркса, дом 2.